Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донского, и сегодня топ-10 из каталога Oriflame номер 13. Каталог будет действовать с 14 сентября по 3 октября 2020 года. Я закладочками отметила продукцию, которую я выделила для себя. Мне кажется, что эта продукция будет очень популярная в этом каталоге. Я рекомендую такие закладочки делать хотя бы несколько штучек, 2-3 в каждом каталоге, чтобы привлекать внимание клиентов. Вы знаете, мы еще раньше как делали, вот обязательно нужно что-то вложить в каталог от себя, либо это вот закладочки, либо надписи. Мы раньше писали на каталоге какие-то свои фразочки, например, где был гель для интимной гигиены, мы писали: с нами интимная жизнь ярче, где тушь для ресниц, мы писали: хлопай ресничками и взлетай, или там, ну, просто свое впечатление о туши, это моя любимая тушь. То есть если вы что-то будете еще и писать, найдете на это время и включите свое воображение, будет еще круче, конечно, клиенты это очень ценят. Ну, хотя бы закладки. А почему я еще рекомендую закладочки? Если клиенты постоянные, то они однозначно уже привыкли, и они будут смотреть каталог даже без закладок. А если это новые клиенты, если это люди, которые видят вас первый раз, бывает такое, что мы отдаем каталог, а его даже не открывают. А знаете, вот, а закладки, они будут манить. А что это здесь за... Почему именно здесь, на этой страничке, вот эта розовая закладочка? Люди откроют и посмотрят. И сейчас я вам расскажу, почему я выбрала именно эту продукцию, и немножечко про акции. Первая закладка у меня аж получается на 25-й странице, и несколько страничек будет задействовано в этой акции. Суть акции в том, что мы покупаем два продукта, указываем код трех продуктов, и один из них по самой низкой цене нам вкладывают бесплатно, то есть за него не берется сумма. С 24 по 33 страницы что входит в эти странички? Помады, помада глянцевая 5 в 1, карандаш контурный для губ, помада энергоблеск, у меня нет этой помады, тушь новинка для ресниц с изогнутой кистью, супер удлинение, кстати, она у меня сейчас на ресничках, я сейчас постоянно пользуюсь, и мне она нравится. Единственное, что я поняла, что эта тушь подойдет не всем, у кого очень крупные глаза, не хватает вот этой кисточки, слишком изогнутая получается, и девчонки с большими глазами говорят, что им не очень она подходит. Вот мне подошла идеально. Далее контур, сейчас скажу, как он правильно называется, стойкий маркер подводка для глаз. Вот этот продукт мне очень-очень понравился, такой сытенький хороший контур, который делает такую красивую стрелку. Вы сейчас можете видеть на мне эти стрелки, сделанные именно этим маркером, и он стойкий, можно хохотать от счастья до слез, и попадает самый сильный дождь, и стрелочки останутся на месте, они действительно плохо смываются. Я их могу удалить только средством для снятия водостойкой косметики, которым пользуюсь, ну и, наверное, мицеллярной водой, но просто водой не смываются, даже вот тушь смывается, а стрелки остаются на месте. Еще в эту акцию входят две туши, одну из них я вам покажу, это тушь с эффектом кошачий глаз, а вторая в розовом футляре с экстремальным объемом. С эффектом кошачий глаз очень нравится тоже тушь, у нее удобная кисть в форме песочных часов, то есть посередине, как фигурка, то есть если вот так смотреть, широко, сужение и опять широко. Она очень круто прокрашивает особенно внешние ресницы, когда красишь этой тушью, особенно три слоя, если прокладываешь, то на внешние ресницы больше всего получается масса туши, и они такие так классно поднимаются вверх и немножечко уходят как бы в сторону, и получают такие красивые кошачьи глазки. Так, и еще входит, ой, забыла хайлайтер, хорошо, тональная основа, новинка Aqua Boost, тоже у меня сейчас она на лице, мне нравятся такие легкие, кстати, она мне так хорошо уходит, я когда ее получила, уже почти 3 недели пользуюсь ей каждый день, мне она очень нравится. Кстати, надолго хватит, за 3 недели ушло всего лишь вот столечко, то есть, ну, где-то на 5 месяцев, наверное, будет хватать такого флакончика. И наш крутой хайлайтер, я забыла его у себя наверху в косметичке, но я его вам часто показываю в обзорах, особенно когда делаю макияж, он
Очень классный, он очень классный. И этот хайлайтер можно использовать не только вот на те зоны, где мы привыкли, да, там под бровкой, чуть-чуть тут, чуть-чуть над губой, над пипкой. Я еще прокладываю как стрелочки поверху, или я пришлепываю вот так вот чуть-чуть, как блеск посередине глаза, получается очень красиво. Сверху на помаду посередине, мне очень нравится. Тоненько прокрашиваю нижнее веко стрелочку, просто стрелку. За счет того, что он жиденький и очень концентрированный, в нем вот этот вот блеск, получается крутая стрелка. Итак, еще входят лаки, но я из этой коллекции лаки не выписывала, поэтому вам их не покажу. У меня так много лаков из прошлых коллекций, я решила повременить. И, в общем-то, все. Итак, давайте посмотрим. Например, если вы возьмете тушь, она стоит 369 рублей, тональную основу, которая стоит 519, и, например, помада, то помада будет бесплатно. Получается, что помада, она по цене у нас 349, а тушь 369. Все равно помада получается по цене самая доступная, и она будет бесплатно. Здорово. Или три тональные основы, одна придет в подарок. Отличное предложение. Вот именно сейчас нужно активно работать с этим предложением. Объясняю почему. Идет смена сезона, уже из лета мы переходим в осень, и когда мы делаем такой переход, то возникает потребность в обновлении, как минимум новая тональная основа, потому что меняется климат и хочется увлажнение давать коже, поэтому Aqua Boost очень актуально. Новая помада. Летом мы хотели что-то бледненькое, может быть более такое вот свеженькое, да, легкое, а в осень хочется более насыщенных, теплых, таких горячих оттенков. Поэтому сейчас активно работаем, а соответственно новая помада, новый контурный карандаш нужен и так далее. Вот, супер предложение, обожаю такие акции. Следующая закладка у меня на серии для тех девушек, которые любят что-то поэффектнее, упаковку, подороже продукция, подороже, чтобы были компоненты в продукции, и это серия Giordani Gold. И компания сделала просто невероятный подарок для всех, пудра рассыпчатая, минеральная, всего за 599 рублей. И эта тушь, ой, пудра, она просто великолепная. Пудра придет вам в такой коробочке. У меня лежит, для себя покупала по более дорогой цене, за 900, по-моему, 99 рублей. Вот такая вот большая пудра в уже таком нам привычном дизайне, черный, золотой. И удобно то, что та часть, где находится сама пудра, она прозрачная, и мы видим, сколько пудры. Смотрите, как здорово устроено, то есть крышечка откручивается, не отломится, но в крышке нет зеркала, имейте в виду. Внутри нас ждет кисть. Кисть, в общем-то, она такая ерундовая на самом деле, но когда нужно, вот вы с собой взяли, например, эту пудру, и нужно припудриться, а кисти нет, то согласитесь, будет шрат любой кисточки, даже вот такой маленькой. Но чем она хороша, эта кисть, то что она подлазит самые такие труднодоступные места, то есть, да, то есть достаточно, чтобы вот припудриться такой кисточки. Далее, здесь нас внутри ждет такой поворот. Какой интересный поворот событий. То есть здесь внутри крутится вот эта пластиковая штучка. И чем нам это круто, я сейчас заодно открою эту пудру. Вот так я отрываю, тут есть специальный язычок, отрываю эту пудру, и нам обнажаются эти дырочки. И вот когда они откроются, пудра уже будет сыпаться везде и всюду. И вот именно для этого нужен вот этот поворотик вот этой вот пластиковой штучки, чтобы закрыть эти дырочки. То есть когда вы снимете пленку и будете в крышечку насыпать пудру, то высыпали сколько вам нужно, пленочку это поворотиком вот этой пластиковой специальной штучки закрыли, как же это сказать красиво, не специальные штучки, но просто поворотом, легким движением руки вы закрываете дырочки, чтобы ничего не высыпалось, то есть это будет абсолютно безопасно. И здесь удобно хранится кисть, закрыли, все безопасно, ничего не рассыпается. Теперь, наверное, вам интересно, как она по ощущениям на коже. У нас
Пудр много в Oriflame, и я перепробовала все, и они все очень достойные. Мне, кстати, больше нравится пользоваться рассыпчатой пудрой, нежели компактной. Но если говорить об удобстве, конечно, компактная удобнее, то что ее с собой носить, она более маленькая, футляр обычно с зеркалом, здесь немного другая ситуация. Но с такой вот пудрой, с рассыпчатой, макияж получается в разы круче. Во-первых, мы можем запечатать макияж. Я вам как-нибудь покажу видео. В ближайшее время прям сниму красивый какой-нибудь макияж, сделаю такой антивозрастной, допустим. Я вам покажу, как пудрой запечатать макияж, чтобы было очень красиво и плотно. То есть ей хорошо припечатывать, утрамбовывать, так скажем, тональную основу. Макияж получается очень стойкий и красивый, то есть лицо просто вот как с глянцевой обложки. Вот, и мне нравится, как она на коже лежит, поэтому, конечно, я эту пудру обожаю. Она не дешевая, но она очень крутая, и здесь 10 грамм, целых 10 грамм. Следующая страничка тут же рядышком. Я решила, что нужно этот крем все-таки обозначить, потому что многие любят именно Giordani уход, и CC крем из серии Giordani на протяжении уже многих лет он занимает такие лидирующие позиции. Вот такой вот тюбик, очень удобно, несмотря на то, что я люблю с дозаторами вот такие вот упаковки, потому что обычно тюбики текут, они текут очень сильно, вот тут вот даже сейчас видно у меня, и в крышечку затекло, но тем не менее эта тональная основа, она невероятная, намного функциональная, и на лице лежит она идеально, не подчеркивая поры, выравнивает лицо, прекрасно растекается по коже. Я на нее не слышала плохих отзывов никогда, и у меня есть клиентка, которая умеет вот подобрать себе тональную основу, то есть она, не скажу, что она такая капризная, но она четко говорит, что вот это и вот это только, остальное все ерунда, что я пробовала. То есть ей нравится CC крем и наша тональная основа антивозрастная и минеральная, а все остальные, которые она пробовала, она говорит, ерунда. Вот, ну это круто, конечно, что эта тональная основа такая хорошая, но обычно она 1100, достаточно дорогая, а в этом каталоге всего 499 рублей. Два оттенка, и один естественный, он сейчас у меня в руках, я вам покажу его цвет поближе, и рекомендую выбирать все-таки светлый, потому что сейчас в зиму кожа, даже если она сейчас у вас загорелая, загар очень быстро смывается, солнце уже не будет таким активным, мы уже не сможем загорать, и поэтому светлый оттенок будет самый оптимальный. И что еще мне очень нравится в этом CC креме, то что здесь SPF 35, то есть высокий фактор защиты от негативного влияния ультрафиолета. Вот, очень рекомендую, классный тон. Итак, следующая закладочка, как ни странно, это серия Optimals со светляющими кремами, то есть это против пигментации серия. У нас, кстати, есть альтернатива в серии Novage, тоже полный комплекс, именно нацеленный для того, чтобы избавиться от нежелательной пигментации. Так вот, смотрите, здесь у нас очень выгодное предложение по ценам, и эта серия работает, потому что я на себе это испытывала, у меня была пигментация, как видите, ее уже нет, благодаря вот этим кремам я вывела все пигменты. Очищение, тоник можно взять из другой серии, очень хорошо работают крема. Есть еще в этой серии сыворотка, но она не представлена, значит, у нее просто нет скидки, и вот именно рекомендуется вместе с сывороткой использовать. Ну да, то что есть, значит, то и будем брать. Но серия классная, она действительно работает. Далее wellness омега-3. Это необходимые жирные кислоты, которые нам нужны для того, чтобы поддержать свой организм, то есть сердце, мозг, иммунитет, красоту, здоровье глаз, то есть здесь столько всего, и у нас омега-3 представлена вот в такой упаковке, 60 капсул, такая вот баночка. Рекомендуется 2 капсулы в день для взрослого человека, и здесь у нас очень хорошая акция, 1499 рублей. И я считаю, что это мое мнение, что каждый человек этот продукт должен употреблять.
ну кому кто-то может быть выбирает в других компаниях или в аптеке покупает. Я знаю, просто нашу омегу пью уже больше 10 лет, wellness pack, и вот когда идут со скидками такие баночки, тоже обязательно пользуюсь такими предложениями, потому что, как говорится, омеги много не бывает, как кашу маслом не испортишь, так и нас тоже омегой надо подпитать. Вот, рекомендую омегу. И детская серия, у нас выходят две новиночки в детском разделе. Baby O будет крем под подгузники и очищающее молочко для кожи тоже под подгузником. Я думаю, что это оценят те, у кого есть внуки, детки родились недавно, то есть у кого есть груднички, маленькие малыши. Серия у нас уже начала несколько каталогов назад развиваться, у нас появилось масло, бальзам и шампунь для волос и тела, и я думаю, что уже вы видели, какие потрясающие отзывы на эту серию, поэтому уверена, что новинки всех порадуют. Обратите внимание, что если покупать три средства сразу, то цена получается гораздо симпатичнее, всего 1035. По отдельности, конечно же, цены немножечко кусачие. Вот, но не для всех. Далее, ура, наконец-то на 143 странице нас ждет серия с нашими любимыми интимными гелями, или гелями для интимной гигиены, если говорить правильно. Три на одной страничке, два на другой, и еще на 147 странице нас ждет новинка — нежный крем-гель для интимной гигиены и бритья. Это что-то новенькое, вот так будет выглядеть крем. Но так как я его еще не пробовала, а только попробую на следующей неделе, покажу вам пока гель для интимной гигиены. Вот такой вот большой флакон. У меня, по-моему, называется, сейчас скажу, как правильно, успокаивающий. Успокаивающий зеленый, с зеленым дозатором. 300 миллилитров. Счастье, я уже не знаю, как жить без геля для интимной гигиены. Попробовала все очень нравятся, я радуюсь обновленной серии, хотя и предыдущая была классная, любимая, это тоже нравится, радует, что все время идет обновление. Вот, убирает всю сухость, успокаивает, да, все очень комфортно, все очень здорово, как и должно быть. Но и это еще не все, у нас три закладочки. И нас ждет новинка серии Essence and Q. Правильно читаю? Essence and Co. Вот как правильно. Итак, что здесь нас ждет? Жидкое мыло с дозатором, лосьон для тела с дозатором и мыло, большой кусочек мыла. Серия будет у нас с ирисом и шалфеем. У кого есть каталог, вы счастливцы, можете потереть уже заранее страничку и вдохнуть этот невероятно вкусный аромат. Я обязательно закажу себе эту серию, потому что я перепробовала все, что вот появляется в этой категории. Мне нравится безумно, особенно с лимоном и вербеной. У меня даже сейчас открыт лосьон для тела и жидкое мыло для рук. Мы им пользуемся на кухне, потому что на кухне обычно все запахи такие бывают неприятные, там лук, чеснок, рыба. Вот, и это мыло невероятно круто устраняет все неприятные запахи. Будем пробовать новинку, потом расскажу свои впечатления. И переходим к следующей страничке. Здесь нас ждет серия для волос Элио. Если в прошлый раз я отмечала серию нашу новую Beautanicals, и действительно серия просто оправдала все мои ожидания, сейчас поговорим об Элио, потому что Элио любимица у многих, и многие ждут уже давным-давно, когда будет какая-то классная акция. И действительно акция классная, 50% скидки, но при покупке двух продуктов сразу. То есть вы можете выбрать два шампуня, два кондиционера, две маски, или шампунь, кондиционер, шампунь, маску, маску и кондиционер, то есть все, что вам угодно, главное, чтобы было четное количество: два шампуня, две маски, там шампунь, кондиционер, две маски, то есть все, что угодно, главное, считайте, чтобы все было четно, и тогда будут классные скидки. Я обожаю эту серию, беру ее не часто, потому что обычно цена высокая, и хочется всегда, да, как-то там, ну,
баловать, правильно, да, баловать свои волосы. Если все время пользоваться Элио, то вот этого вот ощущения не будет уже, что это что-то там такое вау, классно. Поэтому вот сейчас как раз приготовила, открою новинку. У меня уже стояла в запасах маска и шампунь. Что особенно нравится? Аромат, классный аромат, очень концентрированный, расход маленький, пахнет очень вкусно, промывает волосы шикарно, при этом волосы питает, увлажняет. Также знаю, что не всем подходит эта серия, к сожалению, потому что волосы у нас, да, и как мы все разные, по-разному устроены, и кому-то это очень классно подходит, а кому-то нет. Ну, не огорчайтесь, если вам не подходит, у нас очень много других вариантов, есть из чего всегда выбирать, поэтому я думаю, что вы найдете свою любимую серию, и даже не одну. И завершает топ-10 последняя страничка каталога, серия мед и молоко по мега скидкам. Я очень радуюсь, когда на мед и молоко акции, потому что у меня есть клиентки, которые обожают эту серию. Итак, скраб для рук, молоко и мед, питательный крем 250 миллилитров бочонок, у меня даже сейчас этого нет в наличии, потому что все разбирает моментально, и большой кусочек мыла в картонной коробочке, очень выглядит презентабельно, можно всегда подарить, приятно самой пользоваться. Мне очень нравится класть в белье эту коробочку, или просто я вынимаю кусочек мыла, а он еще в пленке, тогда через пленку проходит все равно аромат, аромат очень сильный, и я кусочки мыла раскладываю в белье, и там вкусно пахнет вот таким ароматом. Вот все, что я хотела вам рассказать, надеюсь, этот мой обзор вам будет полезен, может быть, что-то возьмете себе на заметку, что-то свое дополните, естественно, потому что вы лучше знаете, какие предпочтения у ваших клиентов, потому что очень много зависит от вашей аудитории, от ее возраста, от даже от работы, то есть где эти люди работают, тоже играет роль, потому что, ну, где-то требования, чтобы выглядели люди более, да, эффектно, где-то это вообще не важно. Вот, поэтому вы смотрите по своим клиентам и делаете свою вот эту вот выкладку топ-10, а может быть топ-15, чтобы вам было с чем работать и о чем говорить с вашими клиентами. Я вам всем желаю потрясающе крутого каталога, ставьте сюда высокие цели, и у вас все получится, главное, действуйте, рассказывайте с любовью о своих любимых продуктах, которые вам дают вот классный результат, от которых вы получаете удовольствие, и поверьте мне, что люди именно вот чаще всего и заказывают то, что нравится вам самим. Удачи всем, счастья, любви, здоровья, до новых встреч!